Новая аллея из саженцев дуба и рябины сегодня появилась в Центральном парке краевой столицы. Высаживали деревья учащиеся 69-й Барнаульской гимназии. Это помогает облагораживать город, улучшать экологию и вообще, в общем и целом, облик города меняется. Это замечательно, я считаю. Особенно, если это касательно Центрального парка, потому что он недалеко находится от каких-то главных достопримечательностей города. Вот, и чтобы гости нашего города могли насладиться, я считаю, это замечательно. Акция под названием «Зеленая волна», а именно в ее рамках высаживают деревья, стартовала 26 сентября. В этот день в Барнаульском парке Арлекино появились молодые кедры. Эстафету подхватили студенты Института культуры, затем передали ее 69-й гимназии. Всего в акции участвуют 5 организаций краевой столицы. Саженцы они приобретут на собственные средства. Школьники передадут эстафету управлению ветеринарии. За деревьями на территории Центрального парка будут присматривать его сотрудники. Не оставят без внимания новую аллею, которая, кстати, появилась к столетию комсомола, и организаторы проекта «Зеленая волна». Мы же, в свою очередь, как организация, которая несет ответственность по посадке, будем ежегодно, ну, во всяком случае, весной, мы будем проверять уже по приживаемости и постараемся просто присадку осуществить для того, чтобы все-таки аллея была аллея.